Здравствуйте, меня зовут Юрий. Сегодня я хочу представить вашему вниманию краткий обзор котлов Altep KT2E и Altep KT2EN. Обе модели надежны, эффективны и просты в эксплуатации. Толщина стали корпуса и теплообменника 6 мм. Это важный показатель, так как от него напрямую зависит срок службы твердотопливного котла. Стенки котла двойные, разделенные водными перегородками для защиты от перегрева, а также для отбора тепла по всему периметру топки. В базовой комплектации KT2E и KT2EN поставляются с нагнетающей воздух турбиной и автоматическим пультом управления. Эти устройства позволяют пользователю регулировать режим работы котла под свои потребности. При этом котел будет работать с максимальным КПД при минимальном расходе топлива. Возможно также установка механического электронезависимого регулятора тяги. В нижней части топки располагаются водоохлаждаемые колосники. Чтобы предупредить возможность протекания в котлах, они изготавливаются из цельнотянутых бесшовных труб. Благодаря постоянному охлаждению циркулирующей водой, колосники долго не прогорают и служат дополнительной теплообменной поверхностью. Оба котла имеют четырехходовой теплообменник с горизонтальными полками. Такая конструкция обеспечивает максимально эффективную теплоотдачу, а соответственно и высокий КПД котлов до 86%. Двери котлов крепятся на регулируемых завесах. В них стоит двухслойная теплоизоляция, препятствующая теплопотерям и ожогам. Котлы комплектуются предохранительным клапаном. Предохранительный клапан, который при монтаже устанавливается на верхнюю панель. При повышенном давлении клапан автоматически открывается и давление в котле нормализуется. Обе модели оснащены круглым дымоходом на задней панели котла. Теперь давайте поговорим об особенностях каждой модели. Котел KT2E можно смело назвать флагманским продуктом. Компания Altep производит его с 2008 года. Данная модель пользуется устойчивым высоким спросом. Котел изготавливается в широком мощностном диапазоне от 17 до 250 кВт. Топливом для него может служить уголь, торф, дрова, отходы деревообработки и другие виды топлива. KT2E имеет топку значительного для своей мощности объема. Большая топка дает возможности котлу больше работать на одной загрузке топлива. Для регулировки подачи воздуха в топку используются три специальные ручки, расположенные на левой боковой стенке котла. Такой механизм экономит топливо, принуждая его сгорать послойно, сверху вниз. Дверь теплообменника имеет две ручки для надежности и плотности закрытия. Отличительная черта KT2E – расположение под углом горловины загрузочной камеры. Это существенно упрощает загрузку сыпучих видов топлива и очистку камеры. Котел KT2EN является относительно новой моделью, выпускаемой с 2014 года. Мощностной ряд охватывает широкий диапазон от 15 до 250 кВт. Ручек регулировки подачи воздуха в топку нет. 70% воздуха подается снизу, а 30% сверху, по бокам, через форсунки, для полного сжигания вторичных газов. KT2EN оснащен руштом, рычагом для поднятия и опускания зубцов между колосниками. Это облегчает чистку золы и пепла, стряхивающейся прямо в зольник. Рушт расположен справа на корпусе котла. Горловина топки KT2EN не имеет наклона. Данная конструкция комфортна при использовании дров и брикетов в качестве топлива. Благодарен вам за внимание. С вами был Юрий. Больше технических данных вы найдете на сайте Altep.ua. Заходите на наш сайт, подписывайтесь на нашу страничку в Фейсбуке и получайте самую актуальную информацию о котлах торговой марки Altep, особенностях их установки и эксплуатации.